О, ты легендарный. Привет. Привет, ребята. Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами снова Кром. Сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Far Cry 5. Сусе дерьмо. Я вернулся сюда, чтобы вспомнить крыси белые дни. Почему крыси? Я наткнулся в доме на сраного скунса. Скунса! Он пустил струю прямо мне в лицо, но я, кажется, запер его в комнате. Здесь он сдохнет с голоду, сука. Из-за всей этой движухи я потерял ключ. Теперь покопаться в вещах мне не светит. Так, ладно. Внутри скунс, значит. Он его запер. Взломаем. Ну, скунса можно убить. Я как-то с ним уже встречался. Он делает такой, как приход небольшой. Но здесь его нету, верно? Это просто вещи. Как мне сюда попасть? Так, все. Я за плеером сюда залез, если что. Мне типа только плеер и нужен был. Тихо. Что-то здесь есть. Ключик. От пицца-бара. Интересно. Неважно. Здравствуйте. Твою мать, вот что это значит. Так, shift, костюм, крыло. Шныра, все готово к гонке. Приходи к старой заправке, я тебя жду. Но перед этим мы с вами позанимаемся охотой. Так, парашют на F. Я боюсь, что я могу не попасть. А я костюм не переодел свой, прикиньте, я до сих пор в тюремной робе хожу. Ладно, потом переоденемся. Ладно, мы сюда пришли, у меня теперь есть, кстати, вот такая штука. И она пока мне не особо помогает, если честно. Давайте на каменный какой-нибудь заберемся. Слышу, здесь где-то есть рысь. К сожалению, он не видит насквозь предметы. Этот камера, она видит только, если ты, наверное, попадаешь. Опа, вот. Бегает один представитель. Вот здесь вот есть человек, но его не видно. Видите, камера не пытается поймать его. Короче, мы еще здесь бизона. В любом случае, наша задача найти бизончика. В этой окрестности обитает легендарный бизон. Я не знаю, сможем ли мы выжить при встрече с ним. Вот этот парень выжил, например, при встрече со мной. На, по ноге, блядь. Не попал. Привет. Ай, ну больно же. А у меня есть хоть оружие на... Как это взять, это оружие? 4 на 5. На 6. Во. Иди сюда. Я новую скрафтил себе биту. Иди сюда. Ну что ты бежишь от меня? Ну? Я хотел с тобой подраться по-человечески, а ты бегаешь от меня. Вообще как биты бы... Да. Опа. Ай, перезарядка. Горячо же. Хватит палить. Все на свете. Да хорош. Оп, оп, оп. На расстоянии дробовик малоэффективен, чтоб ты знала. Блин, а вот эта херня теперь все подожгла. Ладно, мы ищем легендарного бизона все еще. Я слышу, как рысь разговаривает, но не вижу никого. У меня есть 5 хилок, наверное, мне хватит на бизона. Я, к сожалению, не по стратегии сейчас работаю. Это кто там снизу? О, это бизон! Это не легендарный бизон, если что, это обычный. Дерьмо. Мне нужен легендарный бизон. Опа, я слышу кого-то. Этот песик. Ты тоже не легендарный, к сожалению, но ты мне дашь то, что надо. Так, может там, где обычный, там и легендарный? Он убил бизона, ничего себе, киса. А, ну ты третьего уровня, в принципе, понятно. Так, погоди, я... Киса, 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 фу-фу-фу-фу. Да хватит. У меня перерывная очередь поставилась, а не автомат. Но он убил бизона. Что бизон дает, я уж не помню. Шкура бизона. Он тоже, кстати, третьего уровня. Странно, что кот победил. Где легендарный бизон? Мне нужна легенда. Это ж моя радость. Так, мы за деревом будем прятаться. А, ты неповоротливый. Кайф. Ну, как сказать неповоротливый? О, да-да-да-да-да. Ух ты, нихера как ты умеешь. Но это все равно. Ебать, это что такое? Вот этого я вообще не ожидал. Все, это неинтересно. Сразу игра, блядь, проиграна, потому что появился второй бизон. Что за бред? А, это какой-то медведь. А, нет, это, блядь, бизон, второй лол. Иди в жопу, бизон. Тебя не звали, если что. Так, ну легендарную можно победить. Я хочу залутать бизона. О, он ударил дерево. О, да, слушай, тебе нормально залетает. Главное бить бока.
Блин, но все равно как-то слабенько, даже так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Слушай, что-то едет. О, машина! Но, по-моему, машина не спасет от бизона. Тихо. Вот так вот его разогрел. Придется с винтовки, наверное, стрелять, потому что я не готов. Блять, и вот поэтому я боялся прятаться с машиной. Блять, 121 как бы, но такое. Это я не попал еще. Да не могу попасть, подожди. Блин, не попал. Попал, 2000 урона, лол. На еще 2000, это последний выстрел. Теперь зарядочка. Он бежит на меня. Все нормально, я за деревом. Он дебил. Попал. Кайф. Вот это я нормально, а? Вот это я здорово сейчас сделал. Но это только одно. Таких еще надо херово точку поймать. Там стреляет. Блин, у меня все оружие пропало. Надо поменять, я все-таки не все поменял. Блин, у меня нет оружия, я киса. Ой, блять. Я не знаю, как с тобой сейчас драться. Ну на. На. Нет, это очень слабо. Это я не смогу с ней справиться. Ее придется взрывать чем-нибудь. Может, ее огнем напугать? Как вариант. Кис, у меня есть огонь. Уйди. О, она испугалась. Все, поехали. Так, ну что, здравствуйте. Продолжаем играть. Убили бизона. Миссия «Гонка на выживание». Поехали, 500 метров. Увидимся с вами поближе. На месте. Мы на месте. На том же самом, видимо. Я только патроны забыл взять, все остальное взял. Шныра, ты вовремя? Задолбал ты меня Шнырой называть. Для ПП нашел пулю. Я долбанный гений. Каждый год победителя гонки на выживание приглашают на понтовую вечеринку. Портовую, ты будешь понтовая. Участвовать в гонке вместо Фрэнка. Тебе повезло, я надыбал тебе отличную тачку, везучая ты морда. Какая? Осталось только победить. Ведь тебе нужно попасть на вечеринку. Микки и Лу точно там будут. О. Там-то ты их и накроешь. Отлично. Я за машиной. Встретимся вечером на этом же месте, Шныра. Вечером? Ну ты шутишь, что ли? Блин, я рядом... Ха-ха-ха, я что ждал? Ник выжившего. Почитайтесь, нам. Я вот случайно выпил эти штуки. Пилсы. Эх, блин, приготовьтесь обыскать. А что? А, так можно? Отлично. Я думаю, придется реально целый день где-нибудь побегать. Но мне повезло. Так, мы что, переодеваемся? Опа. Воу-воу-воу. Это крутая тачка, по-твоему? Ну, я вот таки... Сам привел в порядок. Залил полный бак лучшего этанола. Колеса подкачал. Полный набор. Тебя здесь знают в лицо, так что не снимай маску. Понял. Гонка начинается в полночь. Устроим Шныра. Так, я выключу музыку. Все, хорошо. Ох ты ж, блин. Прошу прощения. Я немножечко держу себя плохо в руках, но она довольно резвая. Надо признать это. На 1100 метров. Почему мне показывает... А, я потому что поставил на бизона. Ладно. Понял. Я все время буду на связи, так что если ты облажаешься или тебя прижмут к стенке, ты услышишь, как я смеюсь. Но ты затащишь, я уверен. Надеюсь. Так, гонка отсюда начинается? Спасибо. Это я. Вроде изи. Так, по коробкам, по розовым огнями, чтобы подбирать боеприпасы. Ой, я не успел. Поехали. Так, у меня только пистолет. Блин, я даже третий ствол не взял. Надеюсь, я не второго левела. Так, боеприпасы. А что я должен делать? Просто убивать их? Вот еще боеприпасы. Уничтожьте противников. А можно я выйду из машины? Блять. Что-то мне не нравится, как тут все устроено у вас. Боеприпасы поднял, скотина. Так, перезарядка. Блин, надо было автоматическую взять.
Я могу, кстати, легендарный ствол скрафтить, но смысла в этом. Да когда же ты умрешь-то? Готов? Прям в жопу. Пошел в жопу. Изи. Есть еще? Что-то они все закрыты. А где в закрытых машинах ты типа, а вот. Так, отъезжаем. Да что ж вы какие все неаккуратные водители, да? Прямо в морду. Ай, блядь, меня в спину. Откуда, блядь, ничего не вижу. Они взрываются уже. Блядь, на тракторе, ты с ума сошел? Иди полем вспахивай. Пошел вон. Бадабум. Больно, кстати. Так, похиляемся. Хорошо, никто из них за тяжелокалиберную пушку не садится. Готовься. Еще двое. Блять, у меня в спине какой-то чел. Надо развернуться. Блин, не попал. Да хватит! Я только разворачиваюсь, вы откуда-то беретесь, лол. Пошли вон. Еще попал. Я просто на месте стою, ребята. Что ж тебе противника? Тут реально, тут даже нет смысла куда-то ехать, что-то делать. Просто сидишь себе на месте. Блять, а вот этот опасный чип. Гонка за выживание. Мне иногда кажется, что что-то пишут. Так, привет, ребята. А что вы устали? Готово? Что-то изи. Покинуть транспорт. У меня машина не едет. Блять! Мне повезло. Каким-то чудом. Ай, блядь. Ай, блядь. Лучше, короче... А, ее сломало, вот в чем дело. Ребята, блядь, походите, дайте починю машину. Там внизу. Так, все, я поехал. В ней реально лучше сидеть, потому что она бронированная, она типа спасает каким-то образом. Ё-моё. Он третьего уровня, я его не убью так просто. Надо будет выходить. Привет, ребята. Дебилы. Так, аккуратно. И со мной реально надо быть поаккуратнее. Блять, у них еще этот тип сверху. Вот весело-то. Тихо-тихо. Они друг друга убивают, ну и ладно. Этих убили. Осталось только этого. А он, слушай, у меня же есть вот такая. Я забыл. У меня же супер веселая штука есть. Сейчас он обрадуется, наверное, как я его встречу. Так, сейчас. На, блять. Изи, ребята. Ну это прям совсем изи. Еще есть? Обмудок, спасибо. Это не моя машина. Вот так вот. Так. Ща. Дочини. Я вообще не понял, что происходило, если честно. Все друг друга убивали, что-то вокруг умирали сами по себе. Я вообще ничего не делал. Само по себе как-то все рассосалось. Так, бросьте. Видимо, здесь без машины надо быть все-таки, ладно. Можно починить вот эту? Вряд ли. Так, использовать. Вип-зона. Будто ты здесь свой. Понял. Здорово, я здесь свой, кстати. Понял. План такой. Просто перебей всех. Вообще всех. Ты... Пусть заплатят за неуважение ко мне. Хорошо. Это было круто. Что написано? Да, будь свинину, найди больших, жирных, волосатых свиней, зарежь их. У нас тут куча сраных веганов. Тащи нас... Не куча, точнее, сраных веганов. Тащи на стол выпивку и мясо, если бизнес... Который... Ну, короче, никогда понятно. Никогда такого не видно. В принципе, так все понятно. Ладно, я пока заткнусь. Эй! Когда ствол будет на месте, я дам сигнал. Окей. Это ж ты. Кто?
Герой дня! Блин, круто было! Ты показал класс! Здорово. Бабах! О, да! Прямо совсем как я в своё Не понял? Он с ними? Спасибо всем, что вы здесь! Что приехали Погоди. Сюда. Предатель! Тут клёво, но мы ненадолго. Вообще не круто. Мы кое-что узнали. И у нас есть предложение. Заходи давай! Так, с кем они должны были встретиться? What? А это что за хрен? Цыц! Он решит все наши проблемы. Он проведет нас на север. Сынуля, блять, Иосифа. Что там, фрукт? Священный плод. Чудо нового. Да, вот его. Этот парень говорит, что этот фрукт дает охренительную силу. И если заплатите, мы с вами поделимся. Чё-то я ни хрена не врубаюсь. Мы и так сильнее всех. Она права. Он реален. Я видела. Что ты несешь? Святой плод? Не, ну это трындец. Да у вас, небось, мозги скисли, как у папаши. Зря, наверное, про папашу. Да-да, я так и думал. Еще комментарии будут? Плод получите только если все сделаете. Вы должны сжечь новое Дэм дотла. Сделка есть сделка, мы не подведем. Сейчас. Мы должны спешить. Ну пошли, чё? Блин, да мы сожжем эту сраную деревню дотла. Фрукт, от которого становишься сильнее? Херня. Да. Странное дерьмо. Они уже свалились. Черт, это облом. Ну хоть с остальными мудаками разберемся. Пушка в сортире, ясно? Они точно заслуживают? Ну да, заслуживают. Сборище сраных ублюдков. Возьмите оружие. Что за пушка он мне оставил? Только не пистолет, пожалуйста. В сортире. В каком? Я взял оружие? У меня есть всякое, но нет такого. Возьмите оружие. Куда оно? А, сверху? Да я понял. Где? Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Я рэпер, и я не понимаю, где можно спрятать в сортире пушку. А, вот, а теперь она открылась. Кайф. Вот теперь пошли. Погуляем, поговорим с ним. Возвращаемся на вечериночку. О, ты легендарный. Привет. Привет, ребята. Какая-то херня. Давай. Взломать быстрее. Что можно сделать? А что я за оружие нашел? Какого оно уровня? Мне просто интересно. Как это посмотреть? Оружие. Ладно. Не знаю, что за оружие нашел. Но оно легендарных людей за один выстрел убивает. Привет, ребята. Я просто мимо проезжаю. Блять. Нехорошо. Тут выйти можно? О, можно. Спасибо. Да, видимо, мой друг мне открыл дверь. Но мы убили шишек. Покиньте арену. Это легко. За мной нету, видимо, хвоста даже. Твою-то мать, перемать! Близнецы смылись вместе с тем психом. Они поехали в новый Дэм, точно тебе говорю. Убей их до того, как они узнали, что я тебе помогал. Хорошо. Удачки, Шнера, держу за тебя кулаки. Йоу-йоу-йоу, отвечаю. Гонка на выживание, завершено. Ну вот это, кстати, было прикольно. Гонка на выживание, меню снаряжения, доступен костюм. Каждый раз новый костюм, а? Правда круто. Так, где мы находимся? Мы находимся здесь. Блин, мне бы легендарного зверька еще какого-нибудь бы шлепнуть. Эх. Эх, ну вот здесь где-то пума есть легендарная. Вот она. Но мы до нее не пойдем. А что-то квест не горит никакой, кстати говоря. Хорошо это или плохо? Кстати, вот здесь неподалеку есть. Давайте шлепнем, раз уж такое дело. Так, нам надо в обратную сторону.
Быстро едет эта машина, ничего не скажешь. Не понял, как он убил тех ребят с одного выстрела, вообще не понял. Внимание, нам сообщают об атаке близнецов на Новый Эдем. Какой-то предатель открыл для них ворота. Время пришло. Покончим с близнецами раз и навсегда. Решающие проблемы. Отлично, третий уровень. Трейдеры, если вы хотите поучаствовать в деле, приходите в Новый Эдем и помогите нам сжечь его к хренам. Это я уже слышал. Так ты не легендарный? Ты обычный, не пойдет. Блин, а я шпуль, наверное, не нашел. Как мы убивать-то будем, ладно. Зато фоточку сейчас сделаем. Какая разница? Самое главное, это фоточка. Правильно, правильно. Так, становимся сюда, читаем. Я предполагала, что здесь осталось немного еды, так как здесь похоже. Я повстречал других падальщиков вместо детей, они со мной рисуют. Очень интересно, поехали. Так, где здесь что было? Вот здесь вот было, походу. Опа! Фоточка. На ней красоточка. Поехали. Так, наша задача... А, мне пули вернули, кстати. Очень много пуль дали. Только у меня вместо двойки теперь пистолет. У меня два пистолета теперь. Шикарно. Просто шикарно. То есть у меня только один ствол получается подходящий. Легендарный? Блин, легендарный только этот. Откуда здесь легендарный чувак гуляет? О, легендарный. Вот ты мне и нужен. Сейчас мы ему подойдем, пузика расстреляем, насколько возможно. Он пошел к ним, кстати. О, кстати, так сейчас его можно и стрелять. Так, пару раз по пузику я попал. Еще попал, еще попал. Так, ну теперь пошли развлекаться. Ты глуповатый. И вот это очень здорово. Что рысь хрен убьешь, а вот тебя... А вот тебя хоть куда. Ну ты смотри, ну что это такое? Автоматический уровень. Я поставил. О, все. Умный, умный. Нет, не умный. На! Ух, просто ты посмотри! Лучший мутант из всех. Че тебе надо? Че ты пристал ко мне? Иди отсюда. На, умри. Еще пули на тебя тратить. Уля, как музыка. Мура! Пузика. Так, это второй мутант. Мне еще один нужен будет. Но это, видимо, на следующую серию. А пока мы пойдем в новый Эдем. У меня нету сюда перевещу. Тут легендарный зверь. Медведь-мутант, но он дает, к сожалению, не то, что надо, так что он не подходит. Но по дороге у нас есть еще один мутант, насколько я понял, потому что, да, вот здесь вот пума. Так что мы сначала на пуму, а потом туда. Хе-хе. Вот, увидимся. И, наконец, мы добрались. Это было сложно, но возможно. Мы там блашиваем эти облачка. О, нас пустят сюда. Здрасте. Ух ты, тут уже все зажгорит. Понятно. Тут уже кто-то умирает. Кто здесь умирает? Я помогу. Я не отец, но я помогу. Спасти. Что с тобой? Чужак, у нас не было шансов. Близнецы и их армия просто смяли нас. Мы не были готовы. Блять, там еще человек умирает. Отец! Да твою мать. Прошу, вставай. Итан был с ними. Почему Итан был с ними? Итан предатель. Они ушли на север. Говорили, что так сделали. Я понял, они пошли на север. Что он надел? Действительно. Твою мать. Что-то сломали, вертолет. Пополнить боезапас. Но у меня, в принципе, все полное. О, еще умирающий. Иду. Стендап. Да я-то нормально. Это не должно сойти им с рук. Согласен. Я не то чтобы вас особо люблю, но это тоже совсем уж зверство. Сжигать людей. Прошу. Ой-ой-ой. Итан привел их. Саранча. Привет, кролик. Твою мать. Я думала, ты уже сдох. Не. А ты все никак не уймешься. Упрямый, как осел. Но мы тоже.
Самое обидное, что мы могли бы быть заодно. Мы с тобой. Таких бы дел натворили. Но, похоже, не судьба. Покончим с этим. Они налево и направо ушли, я все видел. Кого вы хотели обмануть? Легендарные? А что я делать-то буду? Убейте Лу, убейте Микки. А, так это они и есть, Лу. Блять, больно. Жить-то хочется, однако. А, тяжеловато сейчас. Так, а что делать? У меня нет легендарного оружия. Я как раз мог скрафтить легендарную винтовку, но я ничего не смогу сделать. Ай, блять. Так, ребята, вы со мной, это хорошо, но... Проблемы. Они с нормальными винтовками. У меня только третий левел. Как же мне это сделать-то? Может попробовать... Не, они меня видят в любом случае. К ним не подобраться вскрытую. Блять, как... Как же мне тебя достать? Может реально можно их добить, если прям в упор подойти, их убить можно? Или в рейдж войти, например. Привет. Блять, перезаряжаюсь. Ну, пес, ну что ты... Подожди, перезаряжусь, секундочку. Теперь давай. Так, по мне целятся. Ай. Ай. Сейчас я по тебе подойду, и мы с тобой поговорим по-другому, надеюсь. Блин, ну как же тебя убить-то? Я умею сам проигрывать. Как же мне с тобой сладить-то? Пули не берут тебя просто. Иди отсюда. Блять. Ну ясно. Тут есть типа боеприпасы, но какой толк в них? Ай, блять. Сама ешь землю. Но я нашел пули, хорошо, здесь есть пуля. Запас целый, как бы. Только толк от этого ни хрена, потому что они, блядь, легендарные. Отстаньте, блин. Кто за кем бегает теперь? У тебя не может быть бесконечного запаса здоровья. Что ты там поджигаешь? Так, все, уходим. Давайте-ка решим эту сраную проблему. Давайте. Отлично. Мне вот этого не хватало. Так, я беру пуля. Не спрятаться, говоришь? А я не прячусь. Ай. Жечь не обязательно меня. Она, по-моему, пса загрызла. Ой, этот. Да, блядь, со всех сторон. Вы что, с ума сошли? У меня на... У меня худ показывает, что меня с четырех сторон атакуют. Ты откуда взялся, блядь? Так. Живем пока внутри. Давай. Просидим пока внутри. Да хватит уже там сидеть, ё-моё. Да, еще из гранатомета, блядь, мое любимое оружие. Да пиздец, ну что это такое? Вы что шутите? Как жить-то должен я? Так, я живой? Да пиздец, у меня просто едят со всех сторон. Ясно, понятно. Идите в жопу. Там собаки горят, и все-все горят. Туда. А, они временные. Смотри, что есть. На, блядь, 60-50. Ах, почти умер. Не убивай, плез. Я хочу жить. Собака горящая, лол. У тебя нету шлема, кстати. Как тебе такое? Мимо. Больно. Песики, привет. Блять, как же жмут они просто. Вот таких ребят я могу убить. Так, берем еще пули. Нет, я не взял пулю. У него хп пол. А, это вторая, я понял. Так, у меня кончилась одна из пушек.
Теперь у меня остался снайперка, осталась снайперка, простите. Но только это ничего не меняет, потому что снайперка нихера мне не даст. Ну что тебе надо, пес, блять, иди в жопу. Хочешь люлей? Подходи. Мне нужно пули найти просто, я сейчас за пулями... Иди в жопу, пес. Так, может быть где-то здесь? Странно, что сюда ничего не положили. Мне нужно найти еще пуль на ПП. Где-нибудь, где я не обыскивал, мама. Так, есть такое. Но только 20 пуль. Ладно. А где мой, кстати, пистолет? Почему я опять пистолет переключился на это говно? Я же брал винтовку обратно. С говно. Это невозможно пройти сейчас. При ближней атаке, ну-ка. Я не качал урон. Урон. Ну, один раз-то... Один раз даже не дали ударить. Бред. Бред.